Всем привет, с вами Никс, у нас сегодня с вами интересный видеообзор, мы сегодня посмотрим с вами про развлекательную игрушку Bob Eat, название Bob Eat, как вы видите сейчас на экране, фокусировка вроде все нормально. Смысл этой игры, она интересная насчет того, что может надо тут крутить, вот тут тянуть и нажимать одновременно эту кнопку, и кто это больше сделает, тот выиграл. Также эта игра подойдет не только для ребенка, но и для взрослого человека, но сейчас вы все сами увидите. Также тут вот есть штучка, где можно кричать, а можно не кричать. Мы сейчас поставим не кричать, потому что я чуть-чуть буду кричать, что нажимаем на серединку, если она не работает, нажимаю сюда. Тут можно выбрать три миссии, или как там лучше сказать. Соло – это передать другому, компания. И компания. Очень громкий. И громкость. Тихий. Громкий, очень громкий, тихий. Мы поставим тихий. Нажимаем Bob Eat. И вот начинается. Тяни. Ой, значит, надо будет тянуть. Ну, сейчас покажу вам еще раз. Крути. 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 Колено. Колено. Ой, помню, когда я впервые играл в эту игру, ты вне игры. Колено. Соло. Передай другу. Компания. Соло. Рекорд. Вот, соло. 83. Bob Eat. Крути. Тяни. Тяни. Крути. Тяни. Вот в итоге надо вот так успевать делать все. Bob Eat. Крутить, тянуть и нажимать. Тяни. Крути. Bob Eat. Bob Eat. Вот, видите? Еще 26. Я, то есть, 26 раз делал вот эти вот некие движения по 3 раза. Всем спасибо за внимание. Чтобы начать. С вами был Никст. Пока.